World Food 2022 продолжается. Сегодня было очень много форумов, и с одним из участников мы поговорим прямо сейчас. Федор Могутнов. Здравствуйте, Федор. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, о чем был форум? Вы выступали в качестве спикера, знаю, и раскройте свою тему. Ну, название форума говорит само за себя. Общепит и точка. Форум был посвящен текущей ситуации и тому, что происходит в общепите, какие планы, какое видение, что будет в ближайшее время. Скажите, пожалуйста, вот конкретно о вашей теме немножко более раскрыто. Можно получить информацию? Тоже хочется узнать, как же это делается, как общепиту с конечным потребителем повышать свою эффективность в работе? Смотрите, я на форуме представлял сторону производителя, и основной вот месседж и посыл, который я хотел передать рестораторам, ательерам и общепиту в целом, это то, что несмотря на все, что сейчас происходит, несмотря на рост костов, несмотря на падение, снижение потребительского спроса, вся сила и перспективы кроются во взаимодействии между поставщиками и теми, кто оказывает услуги конечным потребителям. Нам очень важно общаться вместе, находить именно те кейсы, которые помогут быть эффективными здесь и сейчас, и пытаться сократить совместные косты. Вот именно в этом, в открытом диалоге, в объединении и в поиске совместных решений, на мой взгляд, кроется успех прохождения текущих нелегких времен. Федор, скажите, пожалуйста, вы сегодня делились опытом с коллегами, и коллеги также делились с вами. Что запомнилось больше всего? Дискуссия, на самом деле, была очень интересная. Очень мощные спикеры, которые рассказывали свое видение того, что сейчас происходит. Много идей, которые надо еще обдумать, и я думаю, они будут полезны в дальнейшем. Форум еще продолжается, в любом случае, выставка продолжается, но какие-то промежуточные итоги уже есть у людей. Скажите, достигли ли вы всех целей, которых хотели? Моя основная задача была самому услышать от других людей, от других сфер, по ту сторону, то, что сейчас происходит, их взгляд на текущую обстановку и понять, готовы ли они развиваться дальше, есть ли у них такие планы. К большому моему удовольствию я вижу то, что у многих горят глаза, все видят то, что перспективы есть, и все продолжают выращивать новые проекты, идти с новыми идеями и не сворачивать свой бизнес. Это очень здорово, отрадно и вселяет такую большую надежду. Соглашусь и поблагодарю. Спасибо большое. Всего доброго и желаем вам успехов в вашем деле, чтобы вы также продвигали. Спасибо.